Заходит как-то подписчик на канал к Фиксаю и думает, где же ролик, где же он? А Фиксай ему в ответ. Привет, друзья, я Фиксай, добро пожаловать наконец-таки в Майнкрафт спустя 3 дня! Новый ролик, всем привет. Я наконец-таки дома! Ну, я просто был в Москве и готовил для вас новый хит. Поэтому, чтобы ничего не упустить, подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, чтобы ждать новый трек. А если, дружище, ты тут впервые, то обязательно подпишись на канал, ведь нас уже почти здесь 3 миллиона, осталось совсем немного. Если мы сегодня поднажмем, а сегодня, между прочим, выйдет 2 ролика, поэтому тоже ждите, то 3 миллиона будет прямо сегодня. А также давайте наберем, как всегда, 150 тысяч лайков под этим роликом. Сказал так, как будто бы мы всегда набираем 150 тысяч лайков. А почему бы и нет? А мы начинаем! В сундуках, как всегда, вообще ничего нету, господи. Как-то очень странно. Двери у меня стоят, если честно. Да. Нет, нет, нет. Боже, как пушит-то охота. Нет, нет, он не должен меня заметить. Он не должен меня заметить. Чей это дом? Нет, 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 нет. Как он меня нашел? Хороший дом, может, они покушать смогут мне дать. Блин, а, ладно, он уже не отстанет. Привет, Акакий. А? Бог это ты... А, что ты меня так пугаешь? Акаки, привет! А ты вообще как меня высадил? Ты что тут делаешь? Да я что-то ходил, гулял, что-то задумался, вот это напевал песню себе. И вот оказался я не знаю где. А, понятно, в общем. Ну, добро пожаловать на мою ферму. Я не знаю, честно, как ты меня нашел, но в общем-то не важно. Ты... Подожди, а что у тебя с фартуком? Это что? Это... Да, не может быть так... Это томаты. Томаты? Да, я резал томаты и, в общем, сок ты попал. Ты уверен? Да, я уверен, это томатный ладно, сок. Ладно, хорошо, окей, это... А что ты пришел-то вообще? Да я кушать что-то хочу. Я вот смотрю, какая-то постройка есть. Смотрю, дом богатый. Думаю, ну вот здесь меня точно смогут накормить. Ну, вообще-то дом дядюшки Сэма, но не важно. Короче говоря, это... Ладно, давай так. Я тебя сейчас накормлю, и ты просто встанешь и уйдешь, хорошо? Окей, давай, я тебе даже заплачу. На тебе яичко. Оно о, яичко, счастливое. Подожди, это же лотерея на лайк. Неважно, пойдем домой. Оно же счастливое было. Ну, это тебе доказалось. Короче говоря, у меня здесь... сейчас, погоди. Ну, это после коней осталось, сам понимаешь. А, вот она еда как раз-таки. Так, что ты будешь? У меня есть хлеб, тушеные грибы. Вот, на тушеные грибы покушай. Что у меня еще есть? Мало, я не наемся. В смысле мало? Это тушеные грибы, целая порция. Вот, на тебе еще хлеб, а еще и мясо. Не, это фигня вообще. Вот если бы ты мог это все объединить, я бы это съел. Ты можешь бутер мне сделать, пожалуйста? Бутер в Майнкрафте? Ты издеваешься, что ли? Здесь вот, есть мясо, и жри мясо. Больше ничего нету. Есть рыба, да, кушай рыбу. Сделай мне бутер, давай. Подожди, ладно. А что есть? Хорошо, у меня есть одна небольшая идея, только нам придется пройтись как раз. Ты еще больше проголодаешься, поэтому давай дуй за мной. Ты дверь-то хоть закрывай, а? А это твоя уже работа. Ты все-таки пришел ко мне здесь на халяву вообще хочешь покушать, поэтому делай все за меня. О, вообще, кушай, вот возьми и понеси меня на руках прямо сейчас. Ладно, в Майнкрафте нельзя это делать, поэтому просто побежали. Я могу тебя на руках в жизни понести. А как я тебя говном воняет? А если ты меня еще на руки возьмешь, моя голова будет близко к твоей голове, а будет еще больше вонять, поэтому нет. О, Бамбуль, привет. Это родимое пятно. А что ты остановился? Да беги тоже своим родимым пятном. Все мы знаем, что это какашки. А, короче, смотря как, у меня здесь ферма, я на нее не заходил, наверное, лет так 20, потому что мне только отдали вот этого дом, но неважно. Да, все-таки это все осталось. Да, не зря ты вспомнил про бутерброды, потому что все уже готово. А ты не мог там поставить, не знаю, какой-нибудь заборчик другой, чтобы калитка открывалась? Почему? В смысле? Чего вы должны обходить? Я говорю, я на этой ферме не был. О, боже, ну ты посмотри, здесь аж все грядки кто-то растоптал. И вообще все покрали. Офигеть. Слушай, а что это за новые культуры такие? Это что вообще такое? А это что такое фиолетовое? Кажись, я знаю, кто мне растоптал все грядки. В общем, смотри, это лук. Конечно, не лук-батун, но тоже неплохо. Это все от дядюшки Сэма осталось. Это, например, огурцы вообще. Ладно, ты хотел бутерброд, как понимаю. Да. Окей, я надеюсь, оно все не протухло. Да, здесь есть семена. Короче говоря, а у тебя... А, нет, мотыга нам не нужна. Поэтому вот, держись, смотри, семена пшеницы. А я тогда возьму, что это? Это лук. Это лук, вообще шикарно. Я возьму лук тогда. Пойдем тогда сейчас все выращивать. А зачем здесь же и так все выращивать? Нам этого, думаешь, хватит, и посмотри на себя. Окей, если будем делать бутерброд, то мне тоже будем делать. Слушай, тут же еще какие-то семена есть, может их тоже стоит взять? Да-да, бери-бери все, что там найдешь, я здесь не был очень долго уже. Окей. Смотри, просто берешь, садишь, смотри, что получается, офигеть магия. Давай так, смотри, если ты хочешь... А почему все быстро вырастает? Это внеземная магия, внеземные приправы дядюшки Сэма, но про них я тебе говорить и рассказывать не буду, почему у него такая подпольная ферма здесь на окраине города, но это уже другая история. В общем, смотри, ты хочешь на халяву покушать, поэтому давай, за меня все вот это, все грядки ты должен прямо сейчас заполнить этими травами. На, держи семена. Я жду. Что не сделаешь ради хорошего бутерброда? Он же хороший будет? Давай уже, делай, делай, делай. А
ты чё стоишь-то? А, это, фу, господи, фу, отойди от меня. Все, ты закончил, я здесь просто залип немножко. Красава, господи, посмотри, как красота здесь вообще. А теперь все это дело добывай, давай, я смотрю. Ладно, я пошутил. Все, давай немножко теперь добудем, когда все уже выросло. И, в принципе, можем с тобой уже начинать. Да. Это будет самый вкусный бутерброд твоей жизни, дружище. Ну, я надеюсь. Так, погоди, стой. А нам же для начала, чтобы сделать, нужно сделать булочку, правильно? Да. Ага, здесь есть ножи. Как это делается? О, да ладно, офигеть. Прям так, что ли? А хватит, все, перестань это добывать уже. Все, начинай делать уже. Вот смотри, вот тут нож есть. И бери хлеб. У тебя хлеб есть? Тогда крафти его. А куда ты пошел? Я пошел крафтить хлеб. Спасибо, что выдал мне его, конечно. Гад. Я ему насру в хлеб. Все, скрафтил, да, я тут для тебя уже приготовил кусочек хлеба, но ты его лучше не нюхай. Не-не-не, вот это я его смотри. Итак, с чего начинается каждый бутерброд? Для начала кладем булку хлеба, потом листик салата, да? Ну, это все зависит от того, какой ты бутерброд хочешь сделать. Меня один вопрос интересует, а что за кунжут такой коричневый? Это не важно, смотри, первое у нас это листик салата. После этого, ага, чтобы у нас хлеб не размок, мы кладем, естественно, томат. Гигантский вкусный томат. Я их, если еще не мыл, поэтому, если будет диарея, то, ну, не переживай. Для тебя это привычно все-таки. Так, дальше что у нас идет? Дальше, ты лук любишь? Ну, лук-батон, да и фиолетовый лук тоже люблю. Окей, давай, тогда кладем лук, смотри, и дальше, побольше, дальше. Побольше, побольше, побольше. Не-не, сначала, не, ты что, больше нельзя, то мы переборщим с тобой. Дальше у нас огуречек идет, а потом смотрим мясо, мясо. А, я не уверен, оно в нормальной форме или нет, но, как я уже сказал, если диарея будет, то ты сам разберешься. Сюда смотри, курочка идет. Я надеюсь, что не курочка Джек все-таки. Не, посмотрел, это жена курочки Джека. А, понятно. Дальше у нас идет бекон, и все это мы закрываем листиком салата. А также еще одной булочкой. Во, все, твой бутерброд готов. Теперь смотри, бери его. Слушай, а тебе не кажется, что он слишком сухой будет? Что ты наделал? Ты испортил мой бутерброд, а? Ну прости, прости. Ну че, че ты начинаешь? Все, на, держи, забирай его. Пробуй на вкус. Я хочу, чтобы ты... Ну что ты опять наделал? Да хватит ломать мой бутерброд! А как его взять? Я не могу, у меня руки... Руками берешь и... Вот, все, на, держи, кушай его. Вот только попробуй сказать, что он невкусный. Бутерброд с какашкой. Ну давай, давай, пробуй. Да куда ты идешь, я не понимаю. Вон там у нас стол вообще-то. Слушай, кунжут какой-то жесткий какой-то попался. Ух! Так ты ж его даже не попробовал. Я знаю, я просто нюхаю его пока что. А, ну ешь давай. Ну чё, как? Нифига себе, ты сразу же все схавал. О, ну, ой, ощущение... не подходи ко мне пока что. Где у тебя туалет здесь? Да смысл, я старался, делал. Окей, ладно, если тебе бутерброд не понравился, сейчас я себе тогда сделаю. Чертов кунжут. Давай возвращайся, куда ты побежал. Да не подходи ты ко мне, а! Так я тебя даже не вижу. Ну и слава богу. Так, следующий бутерброд. Что бы такого добавить? Стоп, здесь ничего нету, здесь тоже. Ага. А, блин, а что все зубы какие-то пустые? Опа, сыр, вообще четко. Фиксай. Чё? Спасибо тебе, хороший бутерброд. Это я вот только что добыл. Возьми, можешь там, ну, покушай, покушай сам. Может, я не знаю, чем ты меня накормил. Ешь давай. Ага. Все, я тебя... Так, смотри, вообще пофиг на вот эти вот всякие томаты и так далее. Давай, вот смотри, я тебе сейчас даю булку хлеба, все, делай себе тоже бутерброд. Сейчас посмотрим, у кого бутерброд будет круче. Ну, я не знаю, почему ты вообще ничего не нарезаешь, я лучше нарежу это все. Да-да-да, ты пока нарезай, а я себе здесь сейчас вкусненькую штучку сделаю такую небольшую. Побольше курочки, ага. Ты это, сильно не удивляйся, я просто люблю очень много кушать. А, фиксай. А, что такое? Я начал делать себе бутерброд, и я смотрю, а что с твоим-то? Это похоже больше на Москва-Сити. Нет, на самом деле, это самый обычный бутерброд, ты вообще никак не переживай. А, да, это всего лишь обычный бутерброд? Ну, да, да, конечно, конечно. Я точно так же сделаю тогда. Его успех зависит в том, что нужно добавить очень много. О, господи. Кажется, слушай, я себе закончил делать бутерброд, вообще забудь про все, что я говорил тебе. Так, нужно сделать еще немножко хлеба, потом положить его. Где там мой нож? Ага, все, тосты готовы. Их, в принципе, можно Я вижу, ты заигрался, да, немного? Ты сначала посмотри на свой бутерброд, потом на мой. И сделай выводы. Мой бутерброд самый лучший. Так, булка хлеба. Ага, все готово, теперь можно забрать бутерброд. Ну что, как тебя, как мой бутербродик-то? Слушай, ну мне кажется, он в тебя влезет. Слушай, мне кажется, таким и убить можно. Давай попробуем. Не надо, не надо. А, хотя 0 дэмэджа, ладно тогда. Так, слушай, ну что, настало время пробовать? Ну давай, я жду. Я надеюсь, это все уместится во мне. Давай, на счет 3. Раз, два, три. А, ну! Как же он долго ест, а ты посмотри, я до сих пор его не могу съесть! Фиксай, ты как там? Мне что-то тяжело разговаривать, если честно. Вроде как ничего не изменилось.
Не, слушай, у тебя какая-то фигня честно получается. У меня есть небольшая идея. Давай сделаем самый красивый, самый гигантский бутерброд. Так, ну ладно, давай я попробую свой бутерброд. Нифига себе, он огромный. Слушай, а им можно будет убить тебя? Нет, я даже не пробую. Хотя нет, подожди, стой. О, дай посмотрю на него, дай посмотрю на него. Ну на, посмотри. Так. Пожалуйста, только будь аккуратней. Мне это. Да, конечно. Какой шикарный, шикарный. Господи, какой прекрасный бургер. Ё-моё, мне так нравится его кушать. Да, спасибо тебе большое, что сделал. Так, ладно, все, не хочу даже тебя слушать. Давай сделаем самый красивый бургер. Смотри, первое, что мы с тобой делаем, это кладем томаты. Сейчас вообще пофиг, как это. Главное его сделать очень красиво. Давай, все, каждый по ингредиенту кладет. Так, потом помидорчик, потом сыр еще. Что у нас еще есть? Где огурчики? Так, вот огурец. Давай. Делаем самый красивый бутерброд. Так, ага, шикарно, так, отлично. Так. Потом хлебушек. Хлеб в хлебе, почему бы и нет? Еще мясо. Потом огурец. Отлично получается, слушай. Слушай, ну это очень красиво выходит. Да. А еще интереснее будет его кушать. А кто его будет кушать? Наверное, тот зомби, который находится в этой ферме. Он голодный, у него, слышишь, как живот урчит. Так, смотри, ты доделал вот этот вкуснейший бутерброд, а я сделаю мое самое любимое. Я вообще сильно обожаю сыр, кстати говоря, друзья, кто любит сыр, тоже пишите в комментариях. О, тут как раз сыра очень-очень много. Да? Нету его там, что ты обманываешь? Ну да, потому что я его взял весь. Слушай, у меня появилась идея, давай еще тосты поджарим, может так будет намного вкуснее. Не, вообще ничего не поменяется, серьезно говорю. Подожди, а что ты делаешь, это сэндвич 100 сыров или как это называется? Да-да-да, знаешь, как есть пицца 4 сыра, так и бутерброд 100 сыров. О нем ходили легенды. Все думали, что его не существует. А Фиксай просто захотел пожрать. Не, ну слушай, твой вот этот сырный никак не сравнится с моим красивым, таким аппетитненьким. Посмотри, сколько мяса. Слушай, мне кажется, ты его испортил. Ты его полностью испортил. О, да. Боже, это что-то похоже, я даже не знаю. Слушай, вот знаешь, у меня в детстве было лего, и я вот примерно такую же фигню всегда там собирал. А потом еще очень тяжело их всех раскрепить, да, я точно это помню. Но у меня зубы просто пропали из-за того, что я их пытался зубами расстелить. Но ты так и не сказал, почему у тебя голова какашками воняет. Я с тобой просто познакомился, я заразился. А, ясно. Ну что же, пошла жара. Пробуем самый вкуснейший сырный чизбургер. О, это было шикарно. На самом деле, ничего не отличается, а теперь свой попробуй. Вот и сказочки пришел, конец. А кто слушал, молодец. На, похавай. Нет, твой бутерброд не доделал. Давай с тобой сделаем самый гигантский, самый длинный в мире сэндвич. Просто добавляем кучу сыра, пошла жара! Давай, добавляй, все что угодно, все, что тебе нравится. Добавляй, пошла жара, поехали. Кричайте, но нравится! Все, да, все, Максим, о господи, это выглядит очень ужасно. Это было очень красиво, теперь какая-то фигня непонятная. Сейчас забираем с тобой, ставим эту штуку. Как бы это сделать? Опа! А, подожди, стой, а если нам взять еще один такой же? Так, поехали, давай, делай. Так, убираем верхнюю штуку, кладем то, забираем. Подожди, дай мне его. Да зачем тебе? Нифига себе. Здравствуйте, сэр, официанта заказывали, я тут бургеры несу. Слушай, а ты можешь их объединить как-то? Нет, я их, к сожалению, никак объединить не могу, но это выглядит очень прикольно. О, слушай, ты смотрел же Том и Джерри, да? Да. Короче, подкидывай сэндвич и лови ртом. Точно. Давай. Так, сейчас, как тут? Слушай, кажись, вот эти наши посетители первые, все, давай убегаем. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. Если так, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. А для вас старался Фиксай, а также Акаки. Всем пока! Не забывайте смотреть также предыдущие видео. Чё ты там пернул? Всем удачи, всем пока! Увидимся в следующих роликах!